Представляем участников второй скачки. Осеннего приза на лошадях 2 лет арабской породы. Дистанция 1400 метров. Первый номер — Пинджаб. Владельца Файзулаева в аренде у Валерия Карданова. Скачет джокей 3-й категории Аслан Карданов. Второй номер — Казбек. Хренского конного завода. Скачет жокей 3-й категории Данил Перевозчиков. Третий номер — Петр Великий, владельца Андрея Назарова. Скачет мастер жокей Ильгиз Сайдгалеев. Четвертый номер — Галикарнас, Терского конного завода. Скачет мастер жокей Ренат Хамидулин. Пятый номер — Незнакомец, Терского конного завода. Скачет жокей 3-й категории Евгений Бигбаев. Шестой номер — Айден, владельца Владимира Брянцева. Скачет жокей 1-й категории Юрий Тихонов. Седьмой номер — Ваймон, владельца Александра Белова. Скачет Джафер Марданов. Дан старт второй скачки осеннему призу на лошадях 2 лет. Со старта вперед выходит первый номер — Пинджаб. Впереди Пинджаб, на втором месте — Казбек. Далее третьим — четвертый номер — Галикарнас. В скачку ведет Пинджаб. Впереди с небольшим просветом Пинджаб, на втором месте — Казбек. Остальные очень кучно. Замыкает скачку седьмой номер — Ваймон. По-прежнему впереди первый номер — Пинджаб. На втором месте — Казбек. На третье выходит шестой номер — Айден. Далее Петр Великий. Петр Великий выходит на третье место. Скачку ведет Пинджаб. Вторым — Казбек. С небольшим просветом третьим — Петр Великий. На четвертом месте — Айден. Далее Галикарнас, Незнакомец. Замыкает скачку седьмой номер — Ваймон. При выходе на финишную прямую скачку ведет Пинджаб. Вторым — Казбек, на третьем месте — Петр Великий, четвертым — Айден. Выход на финишную прямую. Компанию Бобровки выводит Пинджаб. Далее на втором месте — Казбек полевой стороной. Казбек захватывает Пинджаба и выходит вперед. Впереди Казбек, вторым — Пинджаб, третьим — Петр Великий, полевой стороной — Айден. Далее Незнакомец, Галикарнас, замыкает скачку — Ваймон. Впереди Казбек, вторым — Пинджаб, третьим — Петр Великий, четвертым — Айден, и тут же Незнакомец по бровке. Впереди Казбек. Петр Великий делает бросок, выходит полевой стороной на второе место. Впереди Казбек, и тут же Петр Великий. Петр Великий полевой стороной выигрывает осенний приз. Вторым — Казбек, на третьем месте — Пинджаб. Далее Айден, Незнакомец, Галикарнас и Ваймон. Осенний приз на лошадях 2 лет арабской породы на дистанцию 1400 метров выиграл 3-й номер — Петр Великий. Петр Великий принадлежит владельцу Андрею Назарову. Находится в тренинге мастера-тренера Амина Чумаева. Скакал мастер жокей Ильгиз Сайдгалеев. Резвость 1:45.9. На втором месте, на голову сзади, второй номер — Казбек, Хреновского конного завода. Тренер — Алла Кайзер. Скакал жокей 3-й категории Данил Перевозчиков. Резвость 1:46 ровно. На третьем месте первый номер — Пинджаб. Владельца Файзулаева в аренде у Валерия Карданова. Тренер — мастер-тренер Валерий Карданов. Скакал жокей 3-й категории Аслан Карданов. Резвость 1:47.3. И на четвертом месте шестой номер — Айден. Владельца Владимира Брянцева. Мастер-тренер — Виталий Тихонов. Скакал жокей 1-й категории Юрий Тихонов. Резвость 1:48.2.
Победители осеннего приза приглашаются на награждение. Награждение победителей осеннего приза. Призы получают владелец лошади Андрей Назаров, мастер-тренер Амин Чумаев и мастер-жокей Ильгиз Сайдгалиев. Поприветствуем победителей осеннего приза. Перед трибунами победители осеннего приза на лошадях двух лет арабской породы. Мощным финишным броском Петр Великий выбил голову у Казбека. Давайте еще раз поприветствуем победителей.